Доброе утро вторника. А вот у вас бывает такой момент, когда вы катаетесь на чьей-то машине, вас просят найти какой-то плавающий глюк. Все в порядке. Ну все, нет никаких проблем. Отдаешь человеку машину, он говорит, не заводится. Вот уже раза три так было, что я подъезжаю, вставляю ключ, завожу и поехал. Все четко. Вот сейчас буду смотреть, что там не заводится. Очень неинтересно. Невероятно. Пру. Итак, я снова в руле Короллы. И меня эта гадость слушается. Сегодня движуха так и прет в сервисе. Искры летят. Яму вскрыли дополнительно. Итак, что вы думаете, столько редукторов? Нет, а там мы не в Красноярск еще собираемся, а мы телегу для них варим. Вот в этой телеге поедут в Красноярск все редуктора. Так, яма покрашена. Красота же. Другое дело, осталось доски сюда напилить, и будет ништяк. Тут покрасили, потолок покрасили. Короче, дела делаются. Все, тряпки дом сделали, можно домой теперь переть. Нормально, у батареи тепло. Все, по наследству я оставил. Можно ехать. Погнали до дома. Ну, тут все неизменно. У меня вечернее планирование. И вот этот вот серый мышь сидит. Хочу вот компьютером пользоваться. А у меня вот тут это вот серый коврик не дает мне. Полное умиротворение. Наелся, сидит, кайфует, мурчит. Марселька.